Да не может быть такого. Первый раз вижу. А это кабаны или свиньи, блин. Смотри, они за ними бегают. Хоть не зомбаки, наверное. Зомбаки, блин. Два зомбака бегают. Даже три зомбака. Это свинки, свинки. Свинки. За свинками бегают. Пульс можешь альтабнуться? Да. Альтабнуться. Кликни по мне в ТСке, выбери приоритетный пользователь или как-то так, а я и по себе. А свинку можно топором разделать? Или... Эррор. Недостаточно разрешений на изменение разрешений. Можно? Да нет, наверное. Чтобы я бы свиночку сейчас бы забил бы. Ножик. У меня есть ножик, у меня нет свиночек, блядь. У меня аж три свинки. Я сначала подумал, что тут этот хмырь какой-то бегает, блядь. И меня такая толпа пробегает, блядь. Грамм. Блядь, ну, понятно. Бачишь? Пожалуйста, чекай пока. А тут, если что, хочу сейчас. Кока-кола спешит на помощь. Что это у нас? Чуху у него вроде уже в рейсовом автобусе, блядь. Нас до Пио 28, это походу тридцатка скоро будет. Ебал таки приедны. С городка до Киева 30 гривен. Ну сейчас 25, ну в рейсовом типа 28. 25! 28 сейчас в рейсовом. Вообще 25 будет. Ты шо гонишь? Бля, это охуеется, бля. Все, спускаемся до внутрь? Да, пошли. Они чё, обалдели, что ли? Алё. Пиздец. Это из-за того, что Бена дорогой? Да. А чё у вас? Надо в поле. Это дороже, чем у нас. У нас 40 с хуем. А, ну у нас почти уже, бля. У нас 32 или сколько, серьёзно знаю. Гривен. Да, гривен. Дороже получается, чем у нас. Ну, само собой, что дороже. Раза в два. Почти. Нет, не заебись. Относительно. Не заебись. У нас где-то есть 56. Алло, привет. А сейчас Серега сейчас. Что? Сколько сейчас литр 95? 30. Тобой. 2. Да. Кто-то бежит. Ты. Вот перед нами. Блять, отходи, я вроде подавил его. Прям перед нами ангар. Не ангар, а бункер. Блин, контейнер. Слева от контейнера он был. Я ему накидал. Как принял? Принял. Вот прям который ты смотришь, да. Я подойду. Нахуй, не ходи туда, давай обойдем. Все, убил его. Он бинтовался. Давай в там контейнер. Там еще, а, это ты, бля. Хоу! У меня М-ка беззвучно стреляла.